Это самые лучшие прятки в лабиринтах на моем канале. Давайте посмотрим. Всем привет, ребят, с вами я, Зомбак. Сегодня посмотрим на новые лабиринтики. Да, необычные лабиринты, это прятки. У нас сегодня участвует много интересных персонажей. Это Гримас Шейк, Килли Вилли. Далее это у нас добрый гонщик из Щенячьего патруля. Мой сынули енотик наконец-то вернулся. Страшный ужасный повар-обезьяна, голубой радужный друг и бандит туалет. Ну что ж, давайте начинать, посмотрим сегодня все лабиринты. Так что поддержите меня лайком, подпиской и досматривайте ролик до самого конца. Погнали, ребятки, в первый красный лабиринт Гримас Шейку побежали. Смотрите, это Хаги-паучок! Ой, где это мы тут? А где же наш Гримас? Отстаньте от меня, монстры разные со всех сторон ко мне липнут. Получайте! Эй, со всеми своими телевизорами лучше отойдите от меня. Так, смотрите, что там с Гримасом случилось. Сейчас мы к нему проберемся, только сперва вот с этими монстрами справимся. Отлично. Ребята, кажется, Гримас чем-то заболел. Я не хочу к нему идти, ладно, давайте зайдем. Гримас, приветик, что у тебя тут происходит? Слушай, ты не золото, что ты тут делаешь? Иди отсюда, уйди. Я золотой, подожди, что это происходит? Какой ты золотой? Не трогай моего пирата, я его золото украл, не выпускай его, даже не думай. Да ладно, не буду я его трогать, это, ребят, настоящий пират? Ты за что его посадил туда? Это все его золото? Да, это мое золото, в смысле его, это все мое, вообще во всем мире золото мое, я люблю золото, ясно, это мое золото. Мне кажется, или, ой, подожди, мне кажется, или ты чем-то заболел, а, я знаю, это болезнь, это золотуха, ты этот, у тебя недостаток золота. Да какая золотуха, я просто любитель золота, золота, золота. Да, ребята, Гримас реально заболел, он питается золотом, ты пирата куда съел, ну-ка положи обратно. Не, я его не верну. Я он, золото, ребята, ест все золото. Подожди, тебе нужно не такие золото, тебе нужны золотые вот эти кусочки, они тебя вылечат. Чего вылечат? Я не болею, я же говорю, все у меня в порядке. Давай, я золото хорошо, люблю. Ты так как любишь золото, ой, тут все сундуки набитые золотом, ничего себе. Слушай, давай я тебе накопаю немножечко золота, ой, я тут сломал, и попробую тебя вылечить, хорошо? Ну, точнее, помочь, давай помочь золото. Тебе, ты не болен, давай, я знаю. Да, я не болен, давай золото, я хочу еще золото покушать. Так, давайте, ребята, дадим Гримасу несколько кусочков золота. Пять штук как раз тебе поможет, я думаю. Это как раз... я недавно также заболел, знаешь, у меня вот тоже такие золотые пятна были, я потом... Чего? Я не болею! Хоть мне насилать, что я болею! Нет, ты не болеешь, я тебе верю. На, вот, держи вот эти кусочки золота, скушай их. О, так, сейчас... Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Чё, помогло? Ой. Смотри, ты и трястись перестал. Чё, живот прошел? Ой, все хорошо, да, все прекрасно. Ой. Вот видишь, Гримас, я же говорил, ты просто заболел. Видишь, у тебя пятна все со всего тела ушли. Да, слушай, неплохо, неплохо. Ну а теперь я хочу тебя скушать. Нет, подожди, не надо, я же тебе помог. Ну давай, давай дружить, мириться. Я тебе помог вылечиться. В следующий раз я тебя съем, а я пошел, пока. Давай, пока. Так, ребят, поставим обратно этого нашего пирата. Ой, а зря я его туда поставил. Гримас, да. Пират, привет, я тебя этого, извини, я тебя обратно в ловушку посадил. А, да ничего страшного, спасибо большое, что меня спас. Ох, это чертов воробей. Конечно, ну ладно, ничего страшного. Сейчас, подожди, я придумаю, как тебя вытащить. Я не могу тебя оставить здесь. Так, ах, не ломается, у меня топора даже нет. Сейчас я киркой попробую. Киркой не ломается, деревянный топор, что мне делать? Отставить, все, успокойся, да я сам выберусь, все, иди уже, сам выберусь. Ну конечно, ладно, я хорошо, справлюсь. Если что, вот, держи, здесь верстак рядом, так, а, вот, здесь как раз топор можешь скрафтить, сам тогда справишься, ладно? Да, я сам справлюсь, все уже, иди, зомбак, спасибо, всё, что ладно. Спас меня от этого воробья вонючего.
Ладно, все, давай, пока-пока, пират, погнали дальше. Возвращаемся обратно с первого классного лабиринта. И следующий на очереди у нас вон тот ужасный Кильвилли. Побежали быстрее к нему. Ух ты, ребята, это же кенгуру, смотри-ка. Ой, давай-ка ее уничтожим. Ой, у меня патроны закончились, надо с ней разобраться. Балди уроки делают. Опа-на, вон он, страшный Кильвилли, уже что-то там задумал, смотри. Эй, Кильвилли, я к тебе не подойду. А, что-то он в меня пустил. Ты что делаешь? Мне не надо к тебе подходить. Ребят, он издалека как какую-то штуку меня пускает. А, смотрите, он наклоняется руками, как ударят по земле. И как ударят. Ух, ребята, страшновато. Так, уйди-ка от меня, Кильвилли. Не надо со мной драться. Я сейчас всех твоих монстров победю, понял? Вот, сейчас и Балди, и вот эту бомболину уничтожу. На, получай. Ты никого не победишь. Ха, да твоих монстров сейчас не будет. Все, ты один остался, понял? Так, ай. Все, пока. Э, куда пока? Мне дальше надо идти. Так, ребят, он закрывается здесь. Мне надо идти дальше. Ха-ха, Кильвилли, ба-ба-ба. А я пройду. До свидания. Так, блок пропал, надо быстрее. Пока он перестанет гореть, прыгаем сюда и сюда. Ха! Че, боишься лава, да? Не можешь сюда пройти? О, меня скидывает. Ой, ой-ой-ой, ребята, надо быстрее проплыть сюда, до этой стороны. Думал, все так просто тебе будет. Килли, я должен тебя уничтожить. Ага. Ух ты, тут блок сам собой падает, ничего себе, страшновато. Кильвилли, я тебя не боюсь. Да? Вон он прыгает, смотрите. Я сейчас до тебя приду, понял? Это я сейчас до тебя приду, понял? А, он забрался наверх, он уже идет поверху ко мне. Надо сматываться срочно в портал. Пока-пока, Кильвилли, убегаем быстрее. Так, отлично, сразу же недолго не тянем время и отправляемся, посмотрим на доброго гонщика из щенячьего патруля. Кстати, напишите в комментариях, кто вам больше всех нравится из вот этих щенков. А мы погнали в желтый портал. О, Джимен сразу на меня головой ударяет. Отстаньте, ребята, туалеты на меня напали с обоих сторон. Это девушка-туалет и Джимен ужасный и страшный. Отойдите от меня. Сколько можно с этими монстрами драться? Они прям очень меня сильно бесят, раздражают. Ой-ой-ой. Так, ладно, может мы их просто оставим, а пусть там сидят эти туалеты. А хотя, стоп, Джимена мы победили. Это хорошо, остался только Нап-Нап. О, там наверху Анжела добрая. Вы чё, поймали добрую Анжелу? Надо ее спасти. Подождите, я ведь заходил в лабиринт гонщика. Что-то не так. Так, Анжела у нас наверху. Гонщик, ты здесь? Где у нас гонщик? Ребят, я гонщика не вижу. О, гонщик, ты там замерз? Э, гонщик! Гонщик что-то говорит, ребята, срочно надо его спасать. Так, может здесь что-то поможет нам? О, лопата. Так, мы должны как-то прокопать. А лед я не могу сломать, он слишком твердый. Так, как же это сделать? Может мы раскопаемся вот здесь? Так, опа. Отлично, гонщик, я сейчас до тебя доберусь. Отлично, гонщик, выходи. Ух, наконец-то ты меня спас, зомбак, спасибо большое. Надо срочно Анжелу спасти, мою подругу, я ее пошел спасать. Так, подожди, у меня есть план. Ты уже наверху, я здесь водичку увидел. Давай я снизу прорублю наверх проход, а ты туда подтолкнешь Анжелу. Хорошо? В смысле, как? Ну вот сюда, здесь вот такая водичка. Сейчас, смотри, я вот снизу вот такой вот проход прорублю. Вот, а сюда Анжелу скидывай, она в водичку упадет. Не-не-не, тебе нужно прям дерево прорубить и туда воду. А, дерево? Ну, а, ну слушай, у меня топора-то нет с собой, у тебя топор есть? Ну ладно. Давай я залезу, тебе помогу. Так, сейчас смотри, мы сделаем это. Так, залезаем сюда. Анжела, она идет? Все, во-во-во, отлично, давай. Анжела, не бойся, вот прыгай. Все, хорошо, она спасена, смотри. Она прям в водичку ровненько упала. Это не так уж и страшно. Гонщик, ну, да. Я рад, что мы с тобой спасли. И тебя, и Анжелу. Это круто. Да, спасибо, я чуть не замерз в этом во льду. Ну, а ты, наверное, сам хотел ее спасти и провалился, да, сюда? Ну, конечно, конечно, хотел ее спасти. Да, ладно, убегайте вон так через тот портал, а я пойду дальше смотреть лабиринтики. Давай, пока, зомбак, я пошел. Пока, Анжела, на, я пойду дальше. Отлично, ребятки, следующий у нас
зеленый лабиринт. Кажется, что-то с инулинотиком не так. Он что-то приболел, что-то с ним не то. Погнали быстрей! Ой, Бокси-бук гигантский! А, он на меня голову, смотрите, как смотрит, страшный, ужасный! Отстань, Бокси-бук! Что за монстры непонятные, ребята? Вот там мой сынули-енотик, смотрите, бегает! Надо срочно к нему! Кажется, он там в панике дерется с монстрами! Быстрее, побеждаем всех и идем к нему быстрее спасать его! Так, сынуля, я к тебе пришел! Помогите, помогите мне! За мной монстров хотят сделать! Чего он сказал, ребята? Так, смотрите, это же чумной доктор! Что это у него там такое? Так, подождите. Ну-ка, чумной доктор, уйди отсюда! Быстрее забегаем в лабораторию. Опа! Привет, сынуля. Сына, здорово, давно не виделись. Что у тебя тут происходит? Что у вас тут? Этот чумной доктор хочет из меня сделать, знаешь кого? Кого еще хочет сделать? Настоящего монстра! Чего? Нет, я ему не позволю этого сделать. Так, сынуль, давай-ка выбираемся отсюда аккуратненько. Не бойся его, я... У тебя пушки есть какие-нибудь? Нет, у меня есть только снежки. А, давай, ты кидай в него снежки, отвлекай его, а я буду в него пулеметом стрелять, хорошо? Давай, попробуем. Все, погнали, давай, мы должны победить его. Так, отлично, выбегай отсюда. Так, чумной доктор, тебе не удастся сделать монстра из моего сынули, понял? Ну, конечно, и отдайте моего подопытного сынули енотика, из него получится отличный монстр, нет, сына, он что, хочет из тебя монстра сделать? Ну-ка, давай, бьем его! Нет, монстры, в атаку! Ух ты, каким... сына, это ой. Что такое? Это такого он хотел из тебя сделать? Не, он меня хотел вообще в жабу клаву превратить какую-то. В жабу какую-то? Нет, не надо такого. Я такого не допущу, это мой сынули енотик. Так, быстро, бьем их, давай, сына. Откидывай этого монстра. Так, подожди, у меня пушки заканчиваются. Папа! Он меня превратил! Сына, это ты? Да, папа, что со мной? Какой я страшный! Я кто такой? Подожди-ка, стой! Ты что, превратился в гигантского монстра? Ай-яй! Я не хочу с тобой драться, сына! Да не надо со мной драться! Мне надо как-то назад вернуть! Надо, наверное, чумного доктора уничтожить, и я вернусь обратно! Да, мне кажется, надо просто его уничтожить. Чумной доктор, мы тебя не боимся. Ой, там новый монстр у него вылезает, смотри. Опять какой-то гибрид, смотри, это Хаки-Ваги, но с розовым радужным другом. Боже мой, что он создает? Ой, он даже чумного доктора ударил, какой страшный непослушный. О, ты его победил. Отлично, у тебя крутая, смотри, деревяху держишь. Может, ты таким и останешься, ты крутой. На какой папа останусь? Ладно, все, я понял, хорошо. Мы тебя обязательно спасем. Ладно, давай уничтожим этого чумного доктора. Нужно вылечить тебя, сынуля. Так, давай. Чумной доктор, мы тебя не боимся. У него, конечно, крутая пила. Он, смотри, он делает из обычных нормальных людей вот каких-то монстров страшных всяких. Да, его нужно восстановить и уничтожить. Получай, монстряга. Мы его уничтожили, сына. О, ты превратился обратно. Да, папа, наконец-то вернулся. Ура, круто. Ребята, мы спасли моего сынулинотика вместе с вами. Мы большие молодцы. Сына, ладно, я очень рад, что мы тебя спасли. Я, наверное, пойду дальше. У меня еще много интересных рыб-лабиринтов впереди. Да, зомбак. Ой, то есть, пап, давай пока. Да, ладно, давай пока. Погнали дальше. Возвращаемся, ребятки. Это было действительно круто. Следующий на очереди повар-обезьяна. Побежали. Ох ты, нап-нап, черные, отстаньте от меня, монстры. Вечно они со всех сторон на меня нападают. Да нет, не надо меня кушать. Вот, так и хотят меня съесть, а. О, там повар-обезьяна, видели? Ой, у них тут еще не такие простые испытания. Смотрите-ка, понаставили тут. О, здорово, повар-обезьяна. Я тебя сейчас уничтожу, понял? Эй, стой, успокойся, зачем меня уничтожать? Я сейчас кибли туалета решил приготовить, вот хочешь попробовать? Нет, фу, он же туалет, не буду я ничего такого пробовать. Это да ты что, что ли, наготовил? Ну да, я нормальный повар стал, я теперь готовлю вкусно, прям, вообще. Нет, слушай, ты меня не заговоришь, повар-обезьяна, ты плохой, злой, ты смотри, какой противный, я не буду с тобой дружить. Сейчас...
Сейчас вот этого скибиди еще приготовлю сейчас. Повар обезьяна, ну-ка, давай-ка я тебя лучше уничтожу. Ты все-таки злой и противный. Вон какой страшный. А, какой я противный? Я не противный, не надо тут, не говори мне такое. Ну, хочешь сказать, ты добрый стал, да, и готовить вкусно начал, да? Да, у меня есть фирменное блюдо сегодня. Хочешь его попробовать? Фирменное блюдо? Какое? Фрукты вот эти вот, тортики, чё? Я не знаю, не, ну давай попробуем. Это фирменное блюдо готовилось еще в восточной далекой кухне, и я оттуда принес его туда-сюда. Ты даже вилочку уже взял. Слушай, ладно, хорошо, давай, если ты меня удивишь, вкусное блюдо будет, я, так что быть, тебя бить не буду. Может быть, ты давай, реально изменился. Все. Стоп, чего? Смотри, какой. Смотри, какой. В смысле? Подожди, ты хочешь сказать, что твое блюдо это Джек? Ну да, вкусная Джек. Так, повар обезьяны, я забираю Джека. Уйди. Все, Джек да мой. Ну-ка, отдай Джека быстро. Обманщик. Подожди, не трогай Джека. Сейчас я его нормально положу, нормально покушаем. Какой покушаем? Джек добрый. О. Ты что с ним делаешь? Нет, не надо его кушать. Джек хороший. Уйди отсюда. Да, какой хороший? Это ничего хорошего в нем нету. Он плохой. Это по восточному рецепту я готовил. Я так и знал, что ты все-таки не изменился. Ты как был страшным монстром, таким и остался, понял? Все, я его забираю, все, пока. Нет, какой пока? Дай мне Джека быстро. Повар обезьяна, я тебя сейчас... Я сейчас еще... все твои блюда сломаю, если ты мне Джека стой. Не отдашь. Стой. Я еще вот придумал новое блюдо. Вот, называется Стив. Ага, Стива кушать! Стив тоже добрый, нельзя никого кушать! Вон, кушай, вегетарианцем стань! Вон, морковку кушай, там супчик, помидорки! Трава невкусная, вот... О, слушай... Мясо есть нельзя, тем более добрых людям персонажей! Ты чё, Джек, Стив, они хорошие! Ну-ка! Ну вот, смотри, ну вот такое кушать же я не буду, но это невкусно! Ну это монстрский бедитуалет, ну вот его можешь кушать, он все равно страшный! Как и ты ну, страшный. Вкусный. Уж не а хочу вот я с тобой дружить. Повар... Он съел. Кого? Ой, какая? Я съел, смотри. Спикервумен. Всяких своих монстров. Повар обезьяны. Я не хочу... Спикервумен не монстр. Ты что говоришь такое? Ну и все. Я не буду с тобой дружить. Я этот... Стива забрал. Джека мне отдай. Я пойду. Все. Забирай своего Джека. Я приготовлю другого кого-нибудь из цифрового цирка. Сейчас. Ну-ка, повар обезьяна. Так, надо сейчас его взорвать, наверное. Я сейчас тебя снежками забросаю. Понял? Повар обезьяна, на тебе. Понял? Ай, не кидайся. Больно. Ты что тут делаешь? Вот алмазами питайся и хватит мне тут придумывать. Нет. Иначе я вернусь. Понял? Я еще в конце лабиринтов. Я сюда приду и проверю. Все. Угу. Давай уже, вали отсюда, пока-пока. Кушай свои морковки и даже не думай. Все, вали, вали. Пусти меня. Ребят, он меня еще в ловушку посадил. Все, я пошел смотреть дальше. Если я увижу, что ты опять кушаешь Джека, я приду. Все, погнали дальше. Давай, ой, ребята, не буду я с ним больше иметь никакого дела. Побежали к голубому радужному другу. Ух ты, райский туалет. Шо ж вы меня так пугаете? Захожу в лабиринт, а тут всякие монстры. Так, где-то здесь должен быть голубой радужный друг. Ты голубой? Нет, ты синего цвета. Уходи отсюда. О, там чья-то башка торчит, смотри. Кто это там? Ой, синий радужный друг, хватит меня бить. О, здравствуй, привет. Здорово. Смотри, я на каком мешаке прибежал. Бан-бан, ты что-то еще и зеленый стал. В смысле, на ком ты прибежал? Это голубой радужный друг, а ну отпусти его. Это мой шаг, и я теперь быстрее передвигаюсь и могу ой, тебя догнать. Ребята, нет, убегаем. Куда прятаться? Давайте здесь спрячемся, он меня догонит. Смотрите, Бан-бан и так очень страшный, а это еще и, короче, Бан-бан Икзи, он зеленого цвета, так он еще и на, верхом на голубом радужном друге, это вообще страшно. Я вообще в шоке, ребят. О, он а меня вот ищет. Ты где? Я не собираюсь участвовать в твоих гонках Родео какой-то. У меня лошадки нету, так что идите, катайтесь на своих лошадках. Так, давайте здесь спрячемся. Так, где он? Он меня потерял, он кажись. Сматываемся, ребятки. Вот он, ты где? Как от него убежать, я, кажется, в тупике. Так, ай. Мои мужички, давайте-ка, все к нему, нападайте на него. Ой, он призывает скибиди туалетов. Нет, нет, не надо. Так, ребята, я не знаю, как с ним справиться. Он верхом на нем, может надо как-то его я скинуть. Я нашел тебя. Ай, ребята, он просто урон не получает. Смотрите, я могу бить его вот этих вот туалетов, да?
То есть их я победить могу. А вот когда стреляю по нему, ему вообще без разницы. Смотрите, он урон вообще не получает. Ребят, я не знаю, как его победить. Это, наверное, невозможно. Все-таки он Банбан Икзи. Так, ладно, сейчас я хотя бы туалетов его одолею, потому что он тут со всех сторон меня монстров понаспамнил. Так, да хватит, ребят, нападать на меня. Он еще снежками забрасывает. Че, думаешь, победишь меня? Конечно, побежду. Ты вообще даже прятаться не умеешь. Так ты сверху прыгаешь, так нечестно. Я на ишаке бегаю, что ты. И что ты мне скажешь? У тебя ишачка нету своего. Пока он там бегает, скачет, давайте смотаемся от него, просто убежим. Пока-пока, монстр! Ха-ха! Ой, стой, ты где? А, до свидания, вот это... сматываемся! Ой! Ребят, с каждый лабиринт все страшнее и страшнее предыдущего. Фух, последний на сегодня это вот такой бандитский туалет. Надеюсь, у него уж будет поспокойней. С такими уж я знаю, как справляться. Побежали к нему. Ух, хаги-ваги. Так, подождите, там какой-то парень добрый стоит. Надо его срочно спасать. Вы чё, монстры? Я думаю, что вас не найду. Где-то здесь есть бандитский туалет. Мне еще становится страшнее. Ребята, они что-то сегодня все друг на друга решили посадиться. Эти радужные друзья совсем страшные стали. Так, ладно, сейчас мы справимся с этими монстриками. Рокси, получай, ты тоже. Кто бы из вас не был самым главным, давайте победим обоих. Отлично. Здорово, дровосек. О, здорово, зомбак. Привет. Эй, ты мне не поможешь. Тут бандитские туалеты опять напали на мою работу и украли все мое дерево. Ой, это плохо, слушай. Давай, конечно же, я тебе помогу, сейчас я одолею их. Так, ой, какой там гигантский туалет прыгает. Это что еще за спикермен? Ой-ой-ой, ребята, мне страшновато становится. Ладно. Слушайте, мужики, надо срочно, я говорю вам, срочно, нужно план А. Этому дровосеку не надо здесь появляться. Вот спикермена мы захватили, осталось его только как-то его чип вживить. Надо срочно скибиди ученого дождаться. Как думаете, прилетит, не прилетит? Ох, надеюсь, прилетит, ё-моё. Ой, а это кто такой? Эй, ты кто? Ага, вы это вы, злые монстры! Еще и спикермена доброго хотите подчинить? Я вам такое сделать не дам. Поняли, да? Я сейчас всех твоих мелких приспешников победю. Нате, получайте! Не трогай моих друзей! Ага, это вы бандитские туалеты, вас тем более надо уничтожить. Это... Ах, получайте, монстры! Как же вас одолеть-то сложно! На тебе! Сколько у него сил! Так, я смогу, я справлюсь! Все, а ты остался один! А, нет, ладно, я сейчас прилечу! Ха-ха, скибиди бандит убежал! Ух, смотрите, какой гигантский спикермен! Какой он крутой! Мы его спасли! Ой, что, ребята... Ой. Здорово, здорово, зомбак. Скибиди ученый. А, нет, мне страшно. Я с ним не справлюсь, он слишком сильный. Ладно, пока-пока, дровосек, оставайся сам. Я сматываюсь отсюда. Ребята, помогите, больше не хочу я снимать лабиринты. Да ладно, на самом деле, обязательно, ребятки, увидимся в следующих роликах. Вот такие лабиринты у нас сегодня получились. Обязательно поддержите меня лайком и подпиской на канал за мои старания. С вами был Зомбак, и до новых встреч, увидимся в других видосах. Пока-пока.